фотографии сделаю. Для желающих создать теплый пол у себя в бане, вот рекомендуем такую систему, которая предварительно укладывается на плиты ДСП, потом делается клеевая стяжка, и на нее уже сейчас мы будем укладывать кафель. По предварительно подготовленному слою, который поднял немножко уровень и закрыл теплый пол, который был проложен, сейчас мы приступаем к укладке плитки. И будет это примерно вот так, как при банничке. Здесь уже все уложено с одного захода. И результат вполне удовлетворительный.